Депутат ЗАГС Собрания края Сергей Ищенко встретился с работниками локомотива ремонтного завода. Парламентарий сам 40 лет занимается производством, прошел путь от рядового мастера до генерального директора. Поэтому проблемы заводчан ему особенно близки и понятны. Обязанность депутата обязательно поддерживать контакт с такими трудовыми коллективами, для того, чтобы знать, чем живут люди, чем дышит Уссурийск, и знать те проблемы, которые действительно копятся. Парламентарий не забывает и о тех, кто уже на заслуженном отдыхе. Сергей Ищенко, как депутат, вручил пенсионерам ЛРЗ и профсоюзу этого предприятия почетные грамоты и благодарности от имени Заксобрания. Благодаря ему несколько наших неработающих пенсионеров теперь являются ветеранами Приморского края и получают дополнительную, ежемесячную дополнительную доплату к своей небольшой пенсии. 22 мая пройдет предварительное голосование «Единой России». Сергей Ищенко в числе его участников. Помочь депутату продолжить свою деятельность в законодательном собрании края могут жители 5-го избирательного округа, куда входят районы Сахзавода, Железнодорожной Слободы и некоторые сельские территории Уссурийского округа. Анна Клыга, Антон Войцеховский, Телемикс.